Привет-привет, меня зовут Эрик. Сегодня я вам покажу свою коллекцию и научу делать поделку. Такие ракушки у меня есть. Вот это все ракушки. Вот это перламутр. Вот это чешуйка карпа. А вот это бусинка. Вот это тут однозначно коралл и маленькая бусинка. Это клешня краба. Это такой кусок кирпича, на который прилепились ракушки. Интересная находка. Вот эта ракушка у меня самая маленькая. А вот эта ракушка у меня с водорослями. Хорошо, что они не пахнут рыбой. Вот это пески из разных стран. Коральчики, ракушечки. А где наша самая интересная ракушка? Вот она. Это такой камешек. Я не понимаю, что это, но это ракушка или камень. Вот так это камень, а вот так ракушка. Напишите в комментарии, что это такое. Вот это у нас коральчики, ракушечки. Вот это два клона. Вот вулканчик. Это зуб рыбы. Который не пахнет рыбой слюной. А вот это ракушки с музыкой. И устрицы. И это вся моя коллекция. Возьмем кусочек красного и по кусочкам разминаем пластик, пока не станет он горячим. Когда мы размяли, надо положить вашу ракушку вот так. Но это не ракушка, но мне это клешня краба. И потом возьмем какую-то вещь, какую-то палочку. У меня это ежик. Такой ежик. И сделаем ей дырочку. Игорь. Вот такую. Я нарисовала квадрат. Игорь. Наш кулончик надо сварить или испечь. А потом все будет готово. Только надо добавить веревочку, и это ваш новый кулончик. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!